Ну вот, зацвели наконец-то мои розы. Сколько я их ждала, сколько я за ними ходила в этом году. Почему-то в этом году столько клещей, много на них было. Сейчас все сфотографирую, чтобы они все у меня довольные были. Так, их поворачивать, конечно, от света нельзя. Это я для того, чтобы сфотографировать. Каждое утро их желательно опрыскивать водичкой мягкой. И вот они уже большие такие, поэтому они каждое утро сухие. Их приходится поливать каждое утро. Ну, а это красавица бегунья. Я фильм недавно про нее делала. У нас уже растет понемножку. Это скоро зацветет второй раз. Уличная моя роза. Высаживать еще рано. Она цветет вовсю дома. Вот второй бутончик будет, росточек идет. Это кротон. Так, вот тут тоже краса и гордость моя розы. Дружненько все расцвели. Так, а это тоже желтенькая. Это хризантема из букета. Оторвала кусочки, посадила. Вот она теперь растет. Так, значит, эту поворачиваем. Самый красивый цвет. Она мне больше всех нравится. Поворачиваем к свету. Они не любят, когда их туда-сюда ворочаешь. Если будет слишком яркое солнце, их нужно притенять. Вот у меня тут даже шторки специальные для них. Но это циссус. Отсадила. Растет. Тут скоро герань зацветет. Это тоже красавица. Цветет, но она... На нее вредители напали. Клещи. Вот я ее сейчас обрызгала мыльным раствором. А так она тоже... Умница и цветет хорошо. Вот в этом году очень много почему-то клещей. Жарко сильно. Вот тут маленько постоит. Я ее тоже на солнышко поставлю.